Бруклин Продакшн представляет. Приветствую вас на канале «Опасная бритва» Бруклин Продакшн. Меня зовут Павел. И сегодня у нас интересная, приятная распаковочка. Новая игрушка, новая бритва. А что еще нужно любителям важного классического бритья? С недавних пор меня заинтересовали вот такого плана бритвы. Немного сохраним интригу. Вот такие бритвы. И сегодня новинка. Новинка на рынке буквально недавно появилась. Большинство пользователей, наверное, даже не знакомы с этой компанией, с этими бритвами. Компания выпускает несколько вариантов бритв высокого качества из нержавеющей стали. Ну что, давайте откроем, посмотрим. Чтобы быть уже, как говорится, посмотреть все в деле. И сейчас все увидим, что у нас есть. Что у нас будет в бритье? Как вы заметили, уже название компании и веб-сайта называется Alpha Shaving Works. Этот веб-сайт. Так, первое открытие. Опачки! И нас встречает вот такая вот приятная коробочка. Такая презентационная коробочка Alpha. На моем канале вы могли уже видеть помазки этой компании. А сегодня меня заинтересовала эта бритвочка. Эта бритва односторонняя. Называется Claymore Evolution Single Edge Razor. Это односторонняя безопасная бритва под японские вот такие вот лезвия. К ней подходит лезвие компании Feather, Kai и другие. Так, давайте остановимся пока на бритвочке. Так, приятно открывается. Сам уже в предвкушении всего происходящего. Контактный имейл для связи. Веб-сайт. Там и была найдена эта бритвочка. Так, давайте так вот остановимся. И открываем. Открываем. Вот она, красавица. Вот она, бритвочка, такой небольшой молоточек. Ух ты, здоровый молоточек. Значит, бритва. Бритва, как заявлено производителем, 114 грамм веса. Сразу чувствуется в руке, сразу чувствуется, что бритва имеет вес. Такое матовое покрытие. Вернее, не матовое покрытие, а, скорее всего, сатиновая, такой сатин, матовый сатин, потому что бритва сделана из нержавеющей стали 316L. Эта сталь уже меньше подвержена коррозиям, и большинство бритв в сегодняшнем мире, в современном мире, делается именно из этой стали, во всяком случае заявлено. Значит, 100 миллиметров бритва по высоте, и у нее здоровенная голова, очень широкая, 50 миллиметров под лезвие, стандартное японское. Так, давайте откроем, посмотрим. Вот так вот. Направляющая большая, что нужно отметить. Логотипы компании Alpha. Как вам видно, не видно. Давайте детально так посмотрим. Вот так вот. Очень здорово. Так, сейчас давайте посмотрим ручку. Ручка увесистая, тяжелая. Имеет, как написано на сайте производителя, небольшую такую текстурированную поверхность, которая способствует тому, что бритва тактильно приятная и не скользкая, самое главное. Но, судя по ручке, то есть вот такие большие выемки, они способствуют тоже тому, что бритва не будет скользить, а будет в любом случае уже уверенно держаться в руках. Так, тут логотипы компании. Вот так вот, как лучше будет видно. И голова. Голова представляет собой вот такую конструкцию с внутренней поверхности. Вот так вот сделано, как вы видите. Все красиво, без лишних эмоций. Такой сатиновый финиш серого цвета. Так она закрывается, лезвие. Тут нужно еще поставить пластинку, шайбочку пластиковую для того, чтобы не царапалась поверхность, и тогда будет все здорово. Все очень четко, понятно и очень радует. Никаких претензий нету. Закрытая голова, как я понимаю.
Значит, бритва идет в нескольких вариантах. Вот я выбрал сатин такой вот, мне ближе, потому что уже есть опыт с полированной поверхностью. Некоторых бритв она прилипает как-то. Прилипает, как мы говорим, залипает. Но, опять же таки, есть и хромированное в зеркало. Это очень здорово. Значит, к этой бритве еще есть стенд. Стенд не пришлось брать, стендов и так хватает. Есть стенд, и можно купить со стендом, можно купить без стенда. Еще самое интересное, я заметил такую надпись, что если кому нужны дополнительные части, или если вы что-то потеряли, или что-то еще, можно обратиться на сайте производителя и уточнить цену, они пришлют, они тоже продают составляющие. В принципе, красивая коробочка такая вот тоже, такой уверенный гробик. Красиво сделано, прорезиненная такая вот штучка, вырезано все. Достойная, достойная логотипа компании Альфа. Так что новая игрушка скоро у нас будет в бритье. Я надеюсь, попробуем. Производитель обещает комфортное, гладкое бритье. Мягкое, посмотрим. Эффективное, посмотрим. И в общем, все испытаем на моей однодневной щетине. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся на канале. Пока. Спасибо за просмотр.